Дорогие преданные, я подготовила тему о звуке, о могуществе звука, что такое звук и колебания, вибрации. Как бы эта тема не... у меня просто сейчас дома не было священного писания, по которому я могла стих, соответствующий этой теме. Поэтому я, так сказать, буду читать священное писание. Вот, так что простите, пожалуйста. Вот. Поэтому я сразу пропою мантры и сразу буду рассказывать. Ом агьянам тимирандасья, агьянам джанашавакая, чакшурмилитам ена, тасмай шикураве намаха, Шри Чайтанья Манохиштам, Стапитам Ямадаве, Сваям Рупа Кадамарьям, Дадати Свам Падамбитам, Ванча Калпата Рупьяшча, Крипасину Пряебача, Патитанам Паване Пьё, Вайшнаве Пьё Намо Намаха, Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama по поводу звука и решила, очень она мне дала как много почвы для размышлений, более углубленной, то есть сделала видение мира в связи с тем, что мир является колебаниями, то есть вот вибрациями, и одной и звук этой способности издавать звук, звук как таковой, как способность человека передавать знания, информацию, то есть это является одним из проявлений также колебания, вибраций. И, скажем так, веды говорят о том, что все пространство материальное развертывается, начиная с того, что шабда, звук духовный, проникает в непроявленное состояние материи. Вот. И посредством того, что у него проникает шабда, этот звук, значит, непроявленная материя начинается уже проявлять себя. То есть изначально причина – звук. И звук, и этот звук способствует тому, что, ну это как бы я с самого начала рассказывал, значит, что это непроявленная материя, она начинает в ней происходить колебания. Колебания, вибрации, которые проявляют, соответственно, потом все, ну, все проявляют. Я то, что я слышала в лекциях, я пользовалась лекцией Гуру Махараджа, своего Тирхауса Махараджа, также очень интересный, удивительный есть ученик Тарсунова Коинов. Он рассказывал, в принципе, вот это все давал, понимание звука, понимание важности повторения мантры, святого имени, вообще понимание того, как человеку правильно, важно правильно звучать. Вот, потому что, говорится, в ведах описывается, что Господь сделал наше тело таким образом, чтобы мы имели максимально, то есть способность воспроизводить звук, это является самой важной в человеческом теле способностью воспроизводить звук. И звук, он дан не столько, сколько для обмена информации, столько для того, чтобы именно менять, постигая знания, потому что знания передаются через шабду, через этот звук, знания о мире, знания о смысле этого мира, не просто
как бы о мире, что как, а из-за смысла, зачем этот мир существует, вот, оно все передается к нам через звук, и соответственно, производя звуки, мы все как музыкальные инструменты, тело сделано по сути дела, как подобно музыкальному инструменту. И способностью воспроизводить звук мы влияем на пространство, на внутреннее и на внешнее пространство. Ну, сейчас я расскажу об этом поподробнее. Это как бы так задел. Так. Вот. И, значит... Да. И вот что говорится, существует два подхода к постижению этого мира. Научный подход – это пратьякша, то есть он основан на восприятии чувств, на объектов этого мира, и какой-то логической цепочке мы это связываем и начинаем как бы разбирать, что есть что. А вот. Я сейчас не буду в эту тему как бы задаваться, потому что это, здесь очень много в методе пратьякши, соответственно, существуют все вот эти вот недостатки, потому что... Чувства несовершенные, то есть мы какие-то разрозненные явления, которые мы воспринимаем этими несовершенными чувствами, связывая логически, мы делаем каждый в меру своей испорченности, скажем так, мы рисуем представление. То есть один и тот же предмет, он может разными людьми восприниматься, например, вот, как говорится, поставь слона, и каждые люди будут все воспринимать его по-разному. Некоторые скажут, что это там просто какая-то там... огромное там что-то такое мягкое, другие скажут, что это какая-то мягкая, вот какой-то провод, там, вот, ну, то есть, смотря какое это. А если же человеку дашь понимание, что это слон, то тогда даже в темной комнате он воспринимает какой-то определенный участок его, он будет понимать, что он воспринимает. И самое главное, что даже при всем, при всей как бы, какой-то степени истинности, потому что все-таки воспринимаем мир материальными чувствами, истину тоже, то есть, например, Эйнштейн говорил, что все в мире есть вибрации, что мир устроен, как бы основан, это просто волновые колебания. То есть, по сути дела, какую-то тонкую реальность, которая ну, непознаваемая, может быть, таким. Нет, не так сказать. По сути дела, что эта реальность, она до какой-то степени ее можно описать путем чувственного понимания этой реальности, ее можно описать, но момент заключается в том, что пратьякши мы никогда не сможем ответить на вопрос, зачем этот мир, зачем, то есть смысл, цель, непонятно. Мы можем описать его, вот что есть, что это. И то, и изначально как бы чувственный подход основан на том, что мы этот мир хотим использовать. Ну, как бы мы в этом мире, нам его как-то надо ну, использовать. То есть уже изначальная цель как бы восприятия этого мира с целью использования уже говорит о том, что мы не получим истинности этого мира, потому что мир он основан на бескорыстии, и он основан на любви Бога. Материальный, духовный мир, все энергия Господа основана на этом. Но изначально, подходя с таким умонастроением, с такой целью, мы уже не получим истины. Поэтому, следовательно, пратьякша – это очень ограниченный и очень, как бы, очень имеющий как бы, свой предел восприятия мира. И то, вот, например, этот лектор Коинов, он... Хари Кришна Матаджи. Он, значит, приводил очень многие примеры того, как все-таки современная наука говорит о том, что все, она уже вот именно квантовая физика и остальные, генетика, те науки, которые объясняют, вот, например, как формируются клетки в эмбрионе, да, когда вот эмбрион начинается, он у него просто такой, он один маленький эмбрион, но в нем начинаются внутри уже происходить как бы разные клетки, они определенным образом начинают уже формироваться в разном, как бы в разной конфигурации, в разных частях этого эмбриона. Как бы откуда они это знают, по какому принципу они формируются, откуда вот как бы у них это знание, понимание. И как бы ученые говорят о том, что да, существует изначально звуковой прототип этого существа, и по звуку, по звуковым вибрациям, по звуковым колебаниям вот эта материя начинает организовываться правильным образом. То есть говорится о том, что грубая материя, она существует, звуковой прототип, и грубая материя, она, соответственно, формируется звуком, волнами. Вот. И все молекулы, также ученые знают, что молекулы существуют, они двигаются всегда.
Вот. И от скорости, от зависимости от частоты вибрации молекул, вещи, значит, могут, мы видим жидкие состояния веществ, газообразные, твердые состояния веществ. Но изначально этому как бы предшествует, значит, тонкая материя, вот, тонкая материя, которая также является формированием, которая также является колебанием. То есть колебание, звук, он обрекается сначала в тонкую материю, тонкая материя формирует грубую материю. Теперь как бы изначально, значит, физики говорят, что звук является упругим колебанием в упругом веществе. И что, допустим, создавая звук, допустим, там, работая связками своими, человек, он как бы, это перемена плотных, разряженных частей, как бы пространства с уплотненными, вот этот звук. А, значит, веды говорят о том, что звук – это колебание не в воздухе, а колебание изначально в акаш. Акаш – это является таким... ну, как бы прототип, ученые говорят, что это вакуум, но это не вакуум, это вещество, это эфир, называют веды, акаш. Вот. И в акаше происходят первые колебания, которые впоследствии из акаша происходит воздух, и потом уже воздушные колебания звука, звуковые колебания воздушные, являются уже следствием колебания этого акаша. И акаш это вся Вселенная, которая то расширяется, то сужается, она тоже дышит. Вот. И мы все объекты, проявленные и непроявленные, тонкие и грубые физические объекты, находятся вот в этом веществе акаши. Вот. А теперь мы рассмотрим, значит, четыре степени, четыре формы существует именно звука, начиная от грубого до духовного. И эти уровни проявлены как на грубом уровне, так и на физическом. Смотрите, если существует этот акаш, сразу скажу, акаш это, значит, пространство. Существует акаш пространства, которое мы воспринимаем на уровне желаний, на уровне чувствований, на уровне концепций. Это называется внутреннее пространство. То есть это пространство, в котором живое существо мыслит, желает, испытывает эмоции. И это пространство ведет к формированию грубого пространства, грубого акаша, в котором живое существо посредством своих чувств материальных может видеть, слышать, осязать, обонять. Соответственно, формируется тонкая материя, которая существует в пространстве акаша внутреннего, и существует грубая материя. Грубый мир проявленный, формы этого мира проявленные акашем уже внешним пространством. Внешнее пространство исходит из внутреннего пространства всегда. Вот. И посредством энергии крия-шакти. Итак, первый уровень звука, на самом деле звук, он формируется от восходящего к нисходящему, то есть с духовного мира идет шабда-звук, и он формирует все эти уровни звука, которые я сейчас буду перечислять. Но мы начнем, лучше для понимания начать, для нашего понимания нужно начать снизу вверх, а потом я скажу, зачем я вообще это все говорю. Первый уровень звука называется вайкари, вайкари-вак. Это звук, который мы непосредственно говорим, который мы можем слышать, который мы говорим. Это вот этот звук, вайкари-вак. И что характерно для этого звука? Этот звук связан непосредственно с энергией крия-шакти. Он проявляется через энергию крия-шакти. Крия-шакти – это энергия энтузиазма, вдохновения, деятельности. Вот. Посредством этого звука, вот когда мы общаемся, да, мы можем
через этот звук, мы, то есть через обычное общение мы что человека? Мы вдохновляем, мы что-то действуем в этом мире, мы творим, мы совершаем, вот вся цивилизация, вся культура развивается на энергии крия-шакти. А, вот. И эта энергия, то есть эта энергия, да, позволяет осуществлять действия. Вот. И теперь, как бы нам для... Как мы это можем использовать, знания для себя? В качестве преданных, вот, это энергия крия-шакти. Например, мы приезжаем на фестиваль, да? Это определенная энергия, которая позволяет нам действовать или не позволяет действовать на грубом даже уровне. Вот, например, мы приезжаем на фестиваль, там такая садхана у нас хорошая, да? Мы встаем рано, воспеваем, на все программы утренние уходим, приезжаем домой, вот что-то тяжело делать. Ну, то есть потихоньку этот запас, который мы получили, энтузиазма и, соответственно, деятельности, которая может способствовать, которая является следствием энтузиазма, этот запас деятельности и энтузиазма, он уменьшается. Или же такой бывает момент, что в доме понимаешь, например, просто простой пример, понимаешь, что тебе что-то надо сделать, но ты находишь... У тебя почему-то нету желания, нету как бы силы это что-то делать. Ты находишь много других вещей, которыми ты занимаешься, лишь бы только это что-то не делать. Это о чем говорит? Это говорит о том, что тебе вот сейчас не хватает вот этой потенции, крия-шакти, чтобы сделать действие. И как это понять как бы в приложении в нашей ситуации, в духовном познании, в духовном продвижении? Мы, так как на этом, на уровне даже грубого общения, мы, значит, делимся вот этой крия-шакти, энергией энтузиазма и деятельности, мы должны, чтобы не просто все время жить как бы от, как говорится, от фестиваля до фестиваля, или там, мы должны найти, молиться Господу, чтобы существовать в среде тех людей, у которых есть такие же цели, как у нас, такой же уровень сознания, такой же уровень представления о мире, как у нас, чтобы общаться именно на эти темы. И чтобы таким образом культивировать в себе вот именно вот эту, вот эту вот совместную деятельность. Поэтому очень важно преданным собираться, общаться вот на эти темы, чтобы они осознаннее, и чтобы у них потом, они сами из себя уже как бы потенциал вот этой крия-шакти извлекали, вот, и сами могли быть как бы такими моторчиками сами для себя. Второй уровень звука. Да, и говорится, что чем больше человек осознает, больше вот как бы, чем больше осознает человек вот этот звук, не только грубый, но и тонкий, всю его потенцию, тем могущественнее его звук грубый. Теперь это первый уровень был грубый уровень звука. Дальше существуют два тонких уровня звука, которые находятся во внутреннем пространстве, вот, в пространстве наших мыслей, наших смыслов, наших желаний. Вот. И этот уровень звука называется Мадхьяма Ваг, то есть уровень средний. Мадхьяма значит средний. Этот уровень звука связан с работой с Гьяна Шакти, и этот уровень звука... Он более сильный, чем и могущественный, чем наш непосредственно грубый звук. Он связан с энергией знаний, с энергией смыслов, которым мы наделяем происходящее, которым мы воспринимаем в этом мире происходящее, мы наделяем обязательно каким-то знанием, какими-то смыслами. Вот. И эта энергия, она... То есть вот эта энергия Гьяна Шакти, это тоже энергия, способность мыслить. Просто так, знаете, как бы, это способность понимать смысл происходящего. Не каждому человеку это тоже дано. Потому что, скажем так, вот эта способность осознать, это тоже нужно как бы для этого иметь потенциал. Вот. И вот эта вот энергия Гьяна Шакти, она позволяет человеку именно... То, что происходит с ним, каким-то образом осознать, то, что происходит в этом в мире внешнем, осознать и от процесса осмысления этого идут сразу наши эмоции. То есть все наше восприятие, радость, горе или еще чего-то, от чего оно исходит изначально? Оно исходит от того, от нашей способности осмыслить то, что происходит. И так или иначе осмысляя, мы
как следствие осмысления идут сразу же что? Эмоции. И смотрите, какой феномен. Вот, например, он говорит, такой пример даем, да, тебе чашку. Ну, чашка и чашка. А если сказать, что эта чашка была раскопана там какой-то в раскопах, а если сказать там христианину, что эта чашка там, допустим, пользовался Иисус Христос, какой эффект будет у человека? Реальность не меняется, по сути дела. Но наше восприятие, то есть когда дается нам какое-то знание уже о ней, мы это осмысливаем, следовательно, сразу подключаем эмоцию к этому. Мы грустим или радуемся, или вдохновляемся. Какое важное следствие для нас от этого, что это не просто теория. Важное следствие исходит из того, что в принципе все вот это вот осмысление, оно изначально закладывается в самой системе представления мира, которая у нас закладывается с детства. Вот, в это представление мира. Конечно, если мы, допустим, рождаемся в семье материалистов, и если нам не дается знание о Боге, то какие мы будем испытывать эмоции к этому миру? Бери от жизни все, а потом смерть все равно. Будет все время то радостно, то печально, где ты удовлетворил чувство, порадовался, но все равно тебе сопутствует постоянно страх в подсознании, потому что ты в своей системе представления об этом мире, у тебя нету ничего, чтобы тебе давало силу. Следовательно, чему это говорю? Вот это вот осмысление, оно закладывается, конечно же, в детстве, в системе представления, но нам дается жизнь, и нам дается возможность прожить эту жизнь не только в детстве, но и в росте в этом, и мы сталкиваемся с другими источниками, которые позволяют, дают нам знания, и это сознание меняет наше видение того же самого мира, и, соответственно, к этому видению у нас проникают эмоции в жизни, счастья, радости или печали, или скорби. Вот. И точно так же, вот как в этом мире живут разные личности с разной системой восприятия. Есть мудрецы, которые вечно счастливы здесь живут. Реальность одна и та же, но они всегда счастливы, потому что они видят этот мир как энергию Бога. И видят присутствие божественной воли во всем. И поэтому, как Прабхупада сидел, там бомбы валились, а он говорил, что это Кришна в бомбах. Вот, извините, так это уровень прямо вот сейчас проживания этой реальности. Этот уровень проживания реальности, но не такой, как у нас с вами проживание реальности. Поэтому что важно? Важно то, что человек, он должен именно пытаться к любому ритуалу, скажем так, который выглядит, нужно подходить с осмыслением, попытаться всегда понять это. И осмысление, оно тебе как следствие даст определенную эмоцию, которая будет тебе дальше, как эта эмоция пройдет дальше, эта эмоция пройдет в твое желание. Следующий вид звука, на котором действует звук, это уровень... Сейчас. Просто забыла, как он называется. Пашьянтивак. Пашьянтивак. Это сфера... И то, что я хотела еще сказать. Возвращаясь к этому уровню Мадхьями-Вага, немножко описать в этой сфере, что такое ум. Ум, по сути дела, и все то, что ум мы называем, этот ум – это независимая от нас сфера, это независимая от нас энергия, в которой витает не только мы, но и тонкие живые существа низшего порядка и высшего порядка. Низшего порядка – это всякие там приты, преты, ракшасы, пешачи, в зависимости от вибраций, от колебаний этого пространства, они в одной прослойке находятся. Есть полубоги. По сути дела, ум – это пространство, в котором… Это тонкое пространство всей Вселенной. То есть ум – это не наш, это мы, это внутренний акаш, внутреннее пространство ума. И в чем наш смысл? Повторяя Хари Кришна Махамантру, мы своим вибрационным, как бы скажем, чистотой, мы поднимаем себя на уровень взаимодействия с высшими вибрациями вот этого вот внутреннего акаша, внутреннего ума, внутренней вот этой реальности ума, мировосприятия, где живут там желания, чувства, эмоции. Потому что это все зависит от чистоты твоего колебания, как существа самого. Повторяя святые имена Господа, все твое существо, внутреннее тело,
тело ума и тело грубое, оно переходит на более высокий уровень вибрации. И ты, соответственно, с этим сталкиваешься в своем мировосприятии с существами другого порядка, с существами и с мировосприятием другого порядка. То есть здесь дело, в принципе, все в физике. Глубоко воспевая мантры, ты поднимаешь свое существование на более высокие уровни вибрации. И ты, соответственно, с этим очищаешь свое зеркало ума, и на этом строится, в принципе, телепатия, когда человеку, он слышит мысли других людей, потому что мысли имеют звук, мысли имеют форму. Вот. И когда он может общаться с полубогами на этом уровне, это очень большие возможности. Здесь дело все в том, чтобы мы просто наше, как говорится, наше существование, наш ум, он как бы на очень низких как бы вибрациях находится, потому что у нас такой как бы... И нам нужно вот именно повторением святых имен вот себя возвысить, 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 чтобы очистить и чтобы все стало ясно. Вот. И что касается вот этого вот именно звука на уровне ума, это Мадхьяма Вага, это я к нему вернулась. Теперь следующий уровень ума, более тонкий и более могущественный, уровень звука, извините, более тонкий и более могущественный, это звук, значит, Пашьянти Ваг. В этом срезе пространства внутреннего уже звук, он обладает формой. То есть сам по себе вообще звук, он всегда имеет форму. Любой звук, любое слово, оно имеет форму. И на этом уровне пространства Пашьянти Вага это сразу видно. И говорится, мудрецы видят мантру. Они ее видят. То есть, получается, смотрите, говорится, что на высоком, если мы общаемся на этом уровне, то мы уже общаемся не словами, это довербальный уровень уже общения происходит. Это общение на уровне образов. И когда ты видишь образ, ты за просто какое-то огромное, быстрое время, ты сразу воспринимаешь его и воспринимаешь все знание о нем, без слов, без информации, просто видя образ, и сразу в нем щу, все. Вот. И на этом уровне любой предмет, он имеет сразу же, он всегда имеет свою форму. Не может быть звук без формы. На этом уровне вот это открывается соединение звука с формой. И этому уровню, если на втором уровне Мадхьяма Вага соответствует энергия гьяны, я вот говорила, что нам очень важно, мы наделяем смыслом все происходящее. От того, что мы что-то осмысливаем, мы тогда можем и переживать какие-то эмоции. Потому что эмоции без осмысления не происходят в человеке. То на этом уровне он связан с энергией он связан с энергией желания. А энергия желания на санскрите. Вот я забыла. Здесь что-то я нет, не могу найти. Ну вот. В общем, он связан с энергией желания. И на этом уровне воспроизведения звука формируется желание. И так как говорится, что мы все существа, которые просто желают, а все действия производят гуны материальной природы, то, по сути дела, наши желания являются основополагающими в том, какое будущее мы получим. И зачем вообще все это я говорю, всю эту информацию? Это, во-первых, прежде всего, когда мы общаемся с человеком, то нам, помимо слов, которые мы слышим на грубом уровне, мы общаемся с его системой представления, с его как бы системой представления, с его смыслами, которыми он описывает этот мир материальный. И мы общаемся с его желаниями. Это на бессознательном, это на тонком уровне происходит. Поэтому очень важно, с кем мы общаемся. Потому что если мы обмениваемся желаниями, мы очень плотно соприкасаемся с человеком, у которого низкий уровень как бы желаний, то это формирует, это проходит в нас очень быстро, и это формирует наши желания, а эти желания наши, они просто формируют нашу будущее тело, будущую судьбу. Поэтому очень важно избирать общение, именно и искать людей близких тебе, получать их общение на серьезные темы. И вот, как говорится, почему вот даже вот мы общаемся с духовным учителем, не обязательно с духовным учителем постоянно говорить. Когда ты просто сидишь и слушаешь его лекции, уже у тебя бессознательно происходит взаимообмен на уровне, ты даже этого не осознаешь.
вот это вот мгновенно происходит взаимообмен на уровне смыслов, смыслового описания мира и взаимообмен на уровне желаний. Все. Тебе больше ничего не надо. Тебе нужно просто слушать лекции духовного учителя. Вот. Потому что другого способа выбраться из этого мира нету. Потому что если мы не будем общаться с людьми, которые выше нас, которые более... Мы навсегда так и останемся вот в этом прослойке, в этом. Мы будем в этих колебаниях находиться. И следующий уровень – это пара. Уровень, непосредственно который исходит из духовного мира, он также есть в человеке, в его способности осознать звук. Это есть наши способности. Но этот уровень, он в принципе недоступен для нас, и мы не можем с этим уровнем звука иметь контакт до той поры, пока мы все эти низшие уровни звука не гармонизируем. Посмотрите, система воспитания в нашем обществе, ну, как бы делает нас такими, что мы говорим одно, желаем третье, а думаем вообще там чего-то четвертое. А вот это все нужно человеке именно сопоставить, сгармонизировать, чтобы не было противоречий никаких. Если человек живет так, что он, его слова соответствуют его смысловому пониманию и соответствуют его желаниям, то есть если все эти три вида звука, эти энергетики, соответственно, звук – это тоже самая энергия. Если все это три вида, оно идет, как бы, если человек, он, что говорится, нужно быть простым, искренним, да, вот простыми словами. То есть это говорит о том, что у тебя все вот эти виды звуков, они сбалансированы, и они свободно дают протекать твоей энергии. То есть ты говоришь то, что ты видишь, то, что ты осознаешь сейчас, и ты говоришь, что ты хочешь. Вот тогда при этом условии у тебя есть возможность выйти на этот уровень звука пара выше. И тогда твое воспевание святого имени, ну, у тебя есть шанс, что воспевание святого имени, оно будет работать. И вообще можешь постичь контакт с Богом. Ну, то есть, как говорится, простыми словами, вот честность. Вот этот пример из Махабхараты, Махарадж Парикшит, это та личность, который ни разу в своей жизни не солгал. Это, конечно, для нас это невозможно понять, но говорится, что если человек никогда в жизни не лгал, и то есть так вот жил, то даже любое его слово, независимо от того, соответствует оно истине или нет, оно изменит пространство. Потому что звук, сила его звука, так как пространство – это все есть звук, она изменяет в соответствии с тем, как он хочет это делать, если человек не врет. Это могущество. Поэтому нам звук и воспроизведение звука дано не для того, чтобы просто вот рассказывать что-то, а дано для того, чтобы мы могли менять смысл видения мира, менять желание, и чтобы мы могли конструировать пространство таким образом, чтобы идти к Богу в конце концов. Потому что внутреннее пространство, в котором мы находимся, оно в результате формирует внешнее. То есть мир наших мыслей, чувств и желаний дает нам как бы окружение, которое мы воспринимаем грубыми чувствами. Ну, это закон вот кармы, закон перерождения, вот, то есть это такими иными словами. И эта жизнь, она очень коротка, и ее надо вот использовать для того, чтобы именно осознанно подходить к духовной практике. Осознанно. Осознанность ведет чувство, задействование чувства их. Вот, если мы молиться уже начинаем, когда осознаем, подключаются чувства, соответственные этому осознанию. Соответственно, если мы с чувством начинаем взывать Господу, вот, то и желание сразу же меняется. Пока человек живет на определенных чувствах, то у него и желания будут определенные. Вот. Мы можем теоретически так, а если мы внутри скорбим или как-то какой-то негатив есть, то у нас, ну, как бы желания все равно глубинные, как бы будут связаны с этим. Это все взаимосвязано. Вот. Так. Это, значит, я рассказала. То есть смысл того, что вот это о звуке. Сейчас еще. Вот. Ну и... А, и такой интересный момент, что... Сейчас я даже... Где-то у меня было... Это меня лично всегда меня интересовало, знаете, как бы разные описания реальности. Что говорится, что вот по факту видимость, осязаемость твердого мира – это иллюзия. Вот, все имеет волновую природу,
Вот. И, в принципе, квантовая физика даже с начала 20-х годов она постулировала этот момент. И на базовом субатомном уровне, ну, твердого вещества, как мы его воспринимаем, его не существует. Это просто, вот, это просто определенное колебание волн. Вот. Это определенное колебание волн. Но мы воспринимаем что-то жидким, твердым и таком, потому что это особенности нашего восприятия, нашего телесного восприятия, которое нам дано этим телом. Вот. Наше тело состоит в основном из воды и земли. И поэтому в соответствии с, как бы, с структурой своего тела и видим мир таким. Вот. Мало того, что мы еще в трехмерном измерении находимся, вот, и плюс еще того, что наше тело состоит из воды и земли, соответственно, мы как бы этот мир вот на такие градации, так градационно мы его воспринимаем. Вот. Но, поэтому нужно изучать шабду, принимать от истинного знания, чтобы мы формировали свое восприятие мира на основе священных писаний, чтобы оно как бы давало нам именно толчок к нашему... к нашему описанию мира, чтобы мы описывали мир для себя не на основе вот этих своих чувств, а на основе уже вед. Вот. И, соответственно, чтобы мы ликовали от этого, радовались, и в этой радости у нас сформировалось желание правильное. И, соответственно, если все это будет сонастроено, мы святое имя будем повторять, мы сможем достичь Господа. Вот. И в духовном мире, когда ты что-то говоришь, сразу же это возникает. То есть... звук сразу несет форму. Это как бы вдвоем, это два, неразрывно. Вот. Так. Получается, нужно научиться все это дело синхронизировать, да? Просто нужно быть честным и искренним, проще говоря. То есть нужно пытаться все осознанно ко всему относиться, раз. Чтобы осознавать, чтобы не было никакой вот как бы такого вот подхода вообще к какой-то вещи такого, как это, механического или такого, знаете, как бы чисто вот ритуального или какого-то такого, нет, другое слово. Ну, типа так вот, сделал как бы для галки. Формально. Формального. Вот. Нужно это подключать, это раз, и... А что вы спросили? Я не спросил, как бы, ну, мысль моя прозвучала так, что все хотя бы этих три уровня звуковых, да, нужно взять и синхронизировать. Да, себя. Синхронизировать, да, созвучить. И нужно всегда быть, ну, честным, то есть, ну, не бояться проявлять себя, потому что проявляя, мы как бы очищаем, мы проявляя себя, как мы есть. Как бы мир нам откликается, и, соответственно, если мы молимся об этом, то он очищает нашу систему представлений. А система представлений наших, она ведет к другим эмоциям, эмоции к другим желаниям ведут. То есть нужно вот быть открытым. Как дети всегда нужно использовать одновременно разум. Быть открытым — это не значит быть таким, знаете, ну, глупым, скажем так. Нужно пытаться всегда осознать это, то есть какие-то исследовать, пытаться, ну вот, искренне быть, молиться. И, конечно, все, опять-таки, все формируется нашим окружением, потому что если мы общаемся с людьми с высокими желаниями, то это бессознательно в нас войдет. Потому что говорится святое имя, ну как ты получишь вкус святому имени? В принципе, этот звук пара, он недоступен восприятию ни тонкому, ни грубому. Мы никогда не поймем его ценность, мы не поймем вообще его, вообще не поймем. Мы только должны черпать милость в общении с духовным учителем, со святыми людьми, с возвышенными преданными. И через них просто находясь рядом с ними, не надо с ними говорить. Можно просто находиться рядом с ними, мантру повторять, слушать им, как-то служить, как тебе дает пространство, как тебе дает Господь возможность что-то как-то соприкасаться близко. И оно уже оно будет... проникать в тебя на тонком уровне, что это же все в звук, и он сразу же тебя щух-щух, и все проникает. Вот. И поэтому вот пробую так. Так. Удивительно, что в украинском языке есть выражение «не пары звуз». Пары звук. Не пары звук. То есть тоже пара получается по-украински тоже звук. Но пара — это выше. Это... Ну, да, но все равно, что откуда же она звук. Духовный мир — это тоже вибрации. Где? Только да. Духовный, только духовный. Да, это духовные вибрации, есть, конечно. Там тоже по... Там взаимодействие. Ну, там я уже, говорится, не знаю. Я там ничего не слышала. Ну, это же не одна вибрация, это же беспредельная. Океан вибрации.
Там пространство в другом контексте воспринимается, там нет этого физического пространства. Наше тело, наш ум не, как бы не сконструирован так, чтобы понять пространство духовного мира. Здесь чисто по милости надо. По милости это пара звука, которая не сходит на нас. По милости чистых преданных как-то оно открывается сразу в картинках, в видении. Так, так, так. Сейчас что-то я еще хотела сказать. Свет со соответствии с этим. Ой, да. И вот он, значит, рассказывал все-таки, как важно мы мантры петь, звучать. Очень важно совместное воспевание. Но людей... Почему люди, например, стесняются петь на улицах, сам по себе, на троллейбусе? Ну что такое, на жить? Вот, или так-то так. Потому что пение, оно соприкасается с такой тонкой сферой, как открытие сердца. То есть человек, он обнажается, когда он поет. То есть из него уже выходят какие-то другие, более интимные, как бы, скажем, эмоции, вибрации. И это не с каждым это сделаешь, не в каждой ситуации это сделаешь. Вот. И это, поэтому очень важно совместное пение. Мы просто даже если люди поют, они уже объединяются, у них между ними какие-то конфликты, противоречия, которые там есть, они уже разрушаются просто самим фактом пения. Это очень могущественный процесс. Вот. А еще это интересно, Турсунов сказал, просто уже, как говорится, ну, не связано с этим. Он объяснял, как святое имя разрушает грехи. Сказал, что есть три формы, три уровня греха. Значит, первый, самый глубинный уровень грехов, это, ну, скажем так, он относится как бы даже не к подсознанию, а к какому-то коллективному бессознательному, то есть к какому-то самому глубокому пласту какого-то целого, как генофонда людей, может быть. Как мы все соединены, куда есть такое глубинное, так сказать, коллективное бессознание, бессознательное. Но это я этот термин у Юнга еще взяла, то есть это он так не говорил. Ну, да. А есть еще более другой уровень, это подсознание человека, оно, конечно, оно как бы относится к каждому, как бы человеку, к его подсознанию, к его личному, то есть не связано. А есть уровень сознания, то есть уровень, на котором существуют грехи как мысли. То есть что такое грехи, да? Вот именно... Грехи это, вот, например, плохие мысли, это воплощается, наше сознание такое как бы осквернено, оно плохие мысли, оно забирает у нас энергию, мы не уверены, мы боимся, мы там как-то, то, что буксирует нашу какую-то деятельность созидательную и буксирует наше счастье. Вот. Так вот мантры, когда даже самый простой уровень, даже еще не чистый уровень мантры, даже просто когда ты повторяешь уровень мантры, но долго повторяешь, вот, особенно в обществе преданных, он умиротворяет человека, то есть он очищает от этого вот зеркала ума, зеркало мысли, он их умиротворяет, очищается от негатива. Вот. Но более, когда из подсознания, говорит, уходят грехи, это наиболее эффективно, когда ты воспеваешь именно вместе с чистым преданным. Его звук, его вибрация, она доходит до тебя глубже, так как у него уровень развития его личности, его сознания, сознание вообще, его сознание выше, то он до тебя, значит, доходит и разрушает подсознание, грехи, которые живут у тебя уже в подсознании. Ты как бы, для тебя ты это должен очень еще постараться сам или вывести себя на такой уровень воспевания своего имени, чтобы оно как бы уже разрушалось в подсознании. И говорится, что грехи из подсознания, они проявляются даже не в наших мыслях, а в окружении, в людях, которые с нами соприкасаются и которые к нам как-то негативно настроены. То ли семья, то ли на работе, в другой раз что-нибудь такое, и кому-то что-то не нравится, или там, говорит, начальник тебя увольняет. Даже он, говорит, здесь не виноват, это просто твоя карма, твои такие глубинные грехи проявляются в нем, дают ему импульс сделать с тобой такое. Они дают ему импульс сделать с тобой такое. Вот. И как бы понимая это, то есть человек... Чем можно это нейтрализовать? Говорит, одно из могущественных средств нейтрализации является смирение. Когда человек смиренно, вот допустим, к тебе кто-то плохо, вот очень смиренно это все воспринимаешь, и таким образом ты его гасишь, его такой вот, скажем, такую вот волну на тебя, то есть его карму, которая через него проливается на тебя, ты ее гасишь смирением, тогда еще можно как-то это пережить. Но если ты как-то сопротивляешься или еще, то эта карма будет работать, ну, как бы на все 100%. Вот. Ну и чтобы вот это подсознание, вот это вот все ушло, значит, нужно, он советовал вот мантру включать, даже вот запись учителя Шрила Прабхупады вместе с ним пытаться или слушать вот это вот. Поэтому важно присутствовать на фестивале, есть опять-таки с людьми духовными, чтобы вот это, вот эти грехи ушли именно уже из более глубоких сфер нашего, как говорится, существования.
дорогие преданные. Сейчас, стоп, еще последняя пробежечка. Это, видите, это очень, мне показалось, что это как для моей природы, так мне это как-то помогает, вот именно такой вот осмысленный подход к звуку, к знанию. Мне даже мантру стала более осознанно читать вот после этого, поэтому решила с вами поделиться. Не знаю, насколько кому это, как говорится, то, что я делюсь, насколько оно актуально для кого, но звук, потому что, знаете, я вот люблю петь. Вот, например, как бы теперь о себе рассказываю, как говорится, мои личные. То, что, например, я подсознательно всегда с детства, вот, например, когда мне там что-то тяжело на душе, или что-то такое болит, я начинаю петь. И знаете, ну, меня никто этому не учил. Вот я просто пою весь голос, дома пою, там, вот, и как хочу, то есть от башки, уже полная меня, знаете, мне как-то... Слава Богу, что у меня вот, как говорится, по карме, я безбашенно могу себя вести. То есть на все 100% отрываться. Вот. Вот это. И я вот дома просто пою себе, пою. И все чувствую, все, уже хорошо, уже энергия пошла, уже пошла, драйв пошел, уже все, уже пошло вот это вот какое-то вдохновение. Знаете, видимо, что-то вот все-таки оно подсознательно, когда Господь ведет тоже с человека. И вот поешь, и знаете, вот говорится, каждый наш орган в теле, аюрведа говорит, он вибрирует с определенной частотой, в его здоровом состоянии. Когда же он отклоняется от этой частоты, значит, он заболевает. И поэтому есть до сих пор в Индии, но их мало очень, люди, которые именно лечат мантрами, они начинают петь, они как бы понимают, с какой частотой должен работать этот орган, если они видят этот орган, что он не работает, они начинают мантрами петь, и мантрами его возвращают в эту частоту колебаний. Вот. И все, и уже тогда человек, ну, то есть таким образом они лечат человека. Наша медицина банкротится. Чего? Ну, а сейчас это пчелиные домики, вот на них тоже эти вибрации, тоже они гармонизируют вибрации органов. Наоборот, очень много возвращается. Да. Ну, конечно, сейчас ученый, он рассказывал эти эксперименты, вот этот, кематика, когда вот они, ну, знаете, что вот это, чтобы ученые даже открыли связь звука с формой, когда берут и ставят на динамик, значит... Кинематика, да. Ставят, значит, и тогда песок сыпят, или же, и песок начинает... Рисунки разные. Понимаете. И чем, говорится, выше вибрация, чем выше звук, тем сложнее узор становится. Угу. Но этого мало. Например, песок, он само по себе вещество очень тяжелое. А есть такая ньютоновая жидкость, или же они еще делали так, что они делали кукурузный крахмал, разводили с водой как-то или с чем-то еще, и вставили тоже на звук, и он уже начинает, не просто рисунки, он начинает уже в пространстве, начинает проявлять форму просто, уже трехмерные формы, а то он начинает уже жить, двигаться, что-то расширяется, сужается, то есть там целая жизнь получается. И все это, смотрите, это форма, это живые существа, которые двигаются этим звуком, просто этой вибрацией. Это... Так же наши тела, это просто двигающийся вот это, изначально этот звуком, все и все. И очень это, да, и также еще так, ученые видели, что они между двумя звуковыми волнами ставили кусочки или же льда, или какого-то другого вещества, и они висели. То есть это... Вода также висела. Да, да, вода тоже висела, да. И говорится, что это этот эффект, как это называется? Левитации. То есть, по сути дела, это... Все просто, нужно с помощью мантры себя, человек сонастраивает свое тело с чистотой именно, ну, это с чистотой вещества, то есть в данном случае, ну, вот воздушной средой, с частотой вибрирования воздушной среды, и ты левитируешь. У нас сейчас тело, оно как бы с землей в основном это резонирует, поэтому мы это на земле. А вот, то есть, по сути дела, чтобы чем-то, во что-то войти, нужно свою чистоту сонастроить с чистотой, который вибрирует это вещество, или это пространство, или этот, не знаю, человек, или еще там что-то, чтобы понять, чтобы войти в контакт. Нужно чистотой сонастроить. Для этого, конечно, очень важно владеть своим умом, погружаться в медитацию, и в медитации, даже во время повторения святого имени тебе открывается то, что тебе вот хочется, то, что ты должен понять об этом мире, оно уж, соответственно, сразу очень быстро приходит, как бы. Но как оно на уровне ощущений, как оно вообще-то все работает? Ты начинаешь сразу реализованное знание получаешь об этом. Вот. Потом наблюдаешь тоже. То есть если отстучите, короче, и откроется. Вот. Ну, Хари Кришна.
дорогие пленные, все или еще что-то кто-то хочет добавить, какие-то вот какие-то дополнения, возможно. Шабда Брама. Потому что это самое основное, чего не надо. Что? Шабда Брама, это же основной звук него. Шабда Брама идет, да, из духовного мира, звук основного. А почему не взяли его за основу? За основу чего? Но он формирует все. Что? Ваша лекция за основу же не взяли его. Ну, на основе Шабда Брахмана строится, вот это, строится развертывание вот этого акаша, пространства. И я просто объясняла в основном, ну, про Шабда Брахмана я много не могу сказать, он как бы он и причиной является. Я просто, мое дело, цель моего обращения была в том, чтобы как бы аналитически попытаться описать внутренний и внешний акаш, как это все в человеке, в сознании, как это все по полочкам разложить, как быть, вот зачем нужно быть честным, прямым, и что-то все, как бы все эти уровни звука своего нормализовать, чтобы опять-таки выйти в соприкосновение с акашем, с шабдом, вот, с энергиями духовного мира. Ну, вы сказали нисходящий, да, этот путь? Да, этот путь всегда нисходящий. Да, то есть вот это вот... Оттуда из духовного мира формируется все, формируется с Шабда Брахмана в непроявленное состояние материи входит, и она с путем этой вибрации духовной, она уже начинает проявляться в Махататву. Ну, из Махататвы уже происходят все остальные, как бы, тонкие и грубые формы образования. Ну, эти ж, знаете, секреты начали говорить, что камера размещается, где вот эта стройка там, и что карма, все не умели это делать. Но мы так не умеем делать. Камера размещается, потом опять теория называется. С помощью звука делается. Да, да, с помощью звука. Говорится, пирамиды строились тоже с помощью того, что они в резонанс входили определенным звуковым образом. Камни поднимались и строились. Да, да, да. Вот. Но нам, знаете, главное, это уже такое, это уже из сферы, как говорится, мистических нет. Мистических. Нам главное, как преданным, это знание нужно для того, чтобы мы могли осознанно подходить к практике духовной, ну и воспевали святое имя, соответственно. Потому что, как говорится, если мы подходим к этому, то у нас даже эмоции и все наши желания, они, соответственно, начинают уже сами по себе формироваться. Нам особо как бы усилий не надо делать. Ну, имеется в виду, что мой Гуру Махараш вообще, ну, всегда говорил, я очень следую этому его заповеди, и оно мне просто как бы по моему темпераменту, может быть, по моему структуре ума, потому что у каждого у нас как бы структура ума, структура воспринимает мир разная, как бы тело, тонкое тело разное. Но мне очень помогает то, что Гуру Махараш говорит, просто слушай вибрацию, вот, не трать усилия на какое-то эмоциональное вложение в эту вибрацию, не на вложение в эту вибрацию с помощью мысли, ни мысли не вкладывай, ни эмоционально не вкладывай, это забирает энергию, потому что сейчас есть, завтра нет. Просто слушай, просто наоборот, попытайся все как бы упростить свой ум, не наложить что-то, а упростить. Упрости свой ум до своего восприятия слушания. И вот когда слушаешь, уже это сама вибрация, потому что имя Бога – это сразу же образ Бога, сразу же сам Господь, то есть не образ Бога, сам Господь. Он уже в тебя начинает сам. Вот к этому просто искренне нужно подходить. В этом проявляется твоя любовь. Ну, искренне подходишь, то есть думаешь о том, как ты мантру повторять завтра будешь. Ты думаешь об этом, ты как-то, ну, или рано встаешь, как-то себя готовишь. И даже вот в такой самодисциплине уже проявляется наше любовное отношение. Там не надо особенно много эмоций. Например, потому что я как бы человек хоть эмоциональный, но с другой стороны, мне, например, ну, тяжело как бы разлуку или плачь о Боге, плачь. Ну, как бы я могу иногда, а иногда и не могу. А мантру читать надо всегда. Но это уже мое личное. То есть это как бы, вот я на камеру говорю, что это не авторитетное мнение. Скажу, сейчас это уже как бы я перешла к разделу как бы своих самореализаций, поэтому если кто-то будет смотреть его, что это не воспринимайте, что это, говорится, это не сиддханта, не является нашим как бы... Но и к чему это говорю? Что... Но когда ты слушаешь звук, это удивительное чудо. Но это благословение моего духовного учителя, что в звуке в самом проявляется эта потенция, что тебе потом нравится читать, у тебя уже происходит из самого слушания, уже из этого слушания просто зарождаются эмоции, которые постоянно в этом находятся, как бы они уже из тебя как бы исходят, это твое как бы детище, ну скажем так, ну не твое, это милость Господа, это милость Маха-мантры, святого имени, но они уже как будто, ну как бы из твоего тонкого тела что ли выходят, они уже всегда с тобой, вот скажем так, они всегда с тобой. Праздник, который всегда с тобой. И вот нужно этим дорожить, вот этим минимумом, вот этим пониманием. Оно всегда с тобой, ты с ним очень, как бы, к нему бережно относишься, потом оно возрастает. Соответственно, и эмоции, это осмысление, и эмоции, и желания. Вот, все это идет. Здесь самое главное, вот, нужно быть, очень, так сказать, бережно подходить к самому процессу воспевания, то есть планировать время на него,
понимать, что нельзя прожить ни дня без воспеваниства имени. Вот к этому, вот к такому щепетильному подходу на уровне разума, когда мы просто к этому подходим щепетильно и очень глубоко к сердцу это понимаем, вот тогда будет это имя работать. Тогда в момент воспеваниства имени, ну, это мое мнение, можно и не накладывать вот эти все, скажем так, эмоции. Но если у тебя есть оно спонтанно, если как бы человек, вот, например, вот мама же наша прекраснейшая, Гакула Вася, она, бывает другая природа человека, бывает, что человек вот он воспевает, и у него спонтанно идут мысли, связанные с Господом, эмоции, все, то, конечно, не надо от этого отказываться, если оно есть, хорошо, но если этого нет, то не надо за этим бежать, просто слушай, святой муж. Сама вибрация, мы не должны недооценивать влияние самой по себе вибрации. Сама вибрация эта, она нас... Все нас выровняет. Просто главное, нужно внимательно повторять. Потому что корень всех оскорблений – невнимательность. Вот внимательно просто слушать, внимательно повторять. Это самое главное. И не допускать, чтобы что-то нас отвлекало. Если наши эмоции и чувства нас не отвлекают от этого, если нам комфортно, и вот у нас прямо, знаете, спонтанно, ну ты чувствуешь, вот прямо тебя прет и идет, хорошо. Но если что-то начинает отвлекать, или мы начинаем себя втягивать в какие-то мысли, надо думать, я не думаю, надо вызывать, я не взываю, там, надо там то-то, то-то, а я... Вот это отвлекает тебя, не надо. Проще, сделай все просто. Ум, он всегда будет чего-то хватать. Это природа ума, ему нужно разнообразие, наслаждение. А его нужно, чтобы его подчинить, его нужно так вот попроще, знаете, слушай и все. И в этом слухе, когда ты начнешь слушать, там все раскроется. Вся вот эта внутренняя, все образы раскроются. Ну, вот так вот. А можно немножко пояснить, вот на звук на платформе ума, массовый, а не индивидуальный, как вы сказали? Ну. Платформа ума массовая, то есть... А, это пространство. Части, то есть это не индивидуально? Да, ум – это пространство, которое не принадлежит тебе. Это не, скажем так, ум, он не исходит из тебя. А как же у каждого он разный? Это просто разные колебания, ты в разных сферах живешь, это пространство. Это как аквариум. Там вот он приводил пример. Есть какой-то внизу, есть средний уровень, есть там на высоту плаваешь. Это понимать даже, да, правильно, что ум... Не ты первопричина ума, а ты как бы уже в этом пространстве находишься. То есть он как бы из тебя не исходит, а ты в нем сидишь. Ты в нем. Это как сфера. Вот у нас есть мы в пространстве? Ну, на разных уровнях. На разных уровнях, на разных колебаниях, да. Просто в своей системе, которая нам дает тело, в своей системе миропонимания, мы вот как бы этот ум принимаем, что он наш, что там это как бы чисто наше, а у другого такого нету. Нет. Просто у нас такое тело состоит из воды и из земли. Мы, соответственно, с этим телом как бы и формируем как бы наш это, ум и разум, представления такие. Но ум – это является вещество, которое, в котором мы находимся, наше сознание находится. А еще такой момент интересный. Очень хорошо он объяснил. Мы, по сути дела, душа на всегда в духовном мире находится. Мы сейчас в духовном мире находимся. Но... Говорится, из-за желаний тебе Господь дает, это аналогия интересная, тебе Господь, все равно, что тебе Господь дает компьютер, и там очень увлекательная компьютерная игра. И ты как бы сидя в определенной комнате, то есть в духовном мире, да, ты просто свое внимание и свое вот это сознание переключаешь на ту игру, и как бы полностью туда уходишь, увлекаешься этим. И, соответственно, в этот момент, сидя в комнате, ты уже не осознаешь, что происходит в этом пространстве, где ты находишься. Ты весь в игре. И вот смотрите, душа. Сознание – это есть свет души. И этот свет, она направляет сначала на тонкую материю, и, соответственно, душе кажется, что она обладает уже умом и разумом. А потом, и, соответственно, из тонкой материи она направляет свет своего сознания дальше, на грубый мир. На грубый мир. Потому что грубый мир – здесь крия-шакти, здесь мы можем как бы реализовывать, творить что-то, как бы из желания исходя. Мы хотим быть Богом, поэтому мы хотим здесь сами что-то творить, обладать Его божественными, скажем так, достояниями, да, мы здесь идем, кажется, мы хотим быть Богом, чтобы обладать сами божественным достоянием, по сути дела. И вот в этой игре мы, сидя в духовном мире, мы направляем свет своего сознания, и он проникает вот в эту игру, в материю, и в психическую, в этот акаш внутреннего пространства, и потом дальше оно происходит, наше сознание дальше увлекает в грубый материальный мир, вот, и мы вот все там, вот, и путем этого звук повторения, мы должны вернуть свое сознание, осознанием того, что, насколько это все иллюзия, насколько как бы все это. Вот, вывести себя, но путем того, что мы должны вибрационно, это же на уровне вибрации нужно подниматься на все более высокие вибрации. И на высокие вибрации
на уровне высоких вибраций уже как бы эта реальность открывается, истина, как, и мир, как он есть, как он устроен, как бы ты уже осознаешь, что это игра, вот это все, скажем так. И чем выше, выше, выше вибрации, ты освобождаешься от ложных представлений, потому что нас с материальным миром не связывает ничто, кроме этих ложных представлений. С миром связывает только представление, никакой грубой, никакой другой и тонкой, как бы только представление. Изменишь представление, изменится все. Но представление, чтобы изменить, у нас есть грубое тело, у нас есть тонкое тело, скажем так, это нужно все свернуть назад. Это нужно очень это пройти, проработать, пережить, проаскетировать, промолиться. То есть это нужно совершить тяжелую работу. Представления просто так не меняются. Представление переходит, это знаете, нужно всего себя разбить о камень, знаете, ну, скажем так, чтобы представление изменилось. Это нужно полностью поломать свое грубое тело, тонкое тело, и, соответственно, изменится грубое тело. Вот. Либо по милости, либо просто, говорится, представление меняется, когда мы в служении, мы в этом потоке по милости чистых преданных, вот мы идем этой дорогой беспрепятственно, и все. То есть нужно быть в свете их сознания, в свете их милости. Хари Кришна. Хари Кришна. Чай. Вот там же сидите. Правильно, правильно. Вам еще пока ваш голос. Спасибо большое. Спасибо. И вот знаете, тоже говорится, вот голос тоже, видите, почему некоторый голос, например, одних людей сразу же вдохновляет, он дает способность прямо действовать, творить. Другой голос даже говорит, собака тебя не слушает. Это говорит о том, что разбалансированы. Ну, даже собака вот вы это думаете. Потому что разбалансированы вот уровни звуковые, уровень жила, уровень мировоззрения одно, там, желаешь другого, а говоришь третье. То есть человек должен, почему? Очень важно быть самим собой. В Бхагавадгите Господь говорит, ну не будь ты другую дхарму исполнять, как бы, ну, будь в своей природе, чтобы ты очистил свою природу. Вот. То есть это все, конечно, надо осмыслять, исследовать, прилагать к себе, к своей ситуации. И быть самим собой честным. Но ничего, ты будешь побои терпеть, потому что тоже, знаете, ты же не идеальный, но, по крайней мере, надо вот именно этот стержень свой, не дать ему как бы вот очиститься, ну, не его, другим не ломать его, другим не заменять, а нужно своему вот этому стержню мировоззрению, своей карме вот очиститься все-таки, истинно. Вот, и чтобы уже получить милость Господа. Все, Хари Кришна. Ой, по милости духовного учителя, я вот как-то, знаете, у нас была теория, а сейчас практически. Лабораторная работа. Лучше здесь.